Свою частку агульным каравай нового урожая забеспечивают и фермеры Могилевской области. У Климовицким районе 10 селянско-фермерских господарок, але у одной из них все лето самая первая уборочная компания. Як и чому горожанин Сергей Любинский поменял коммерцию на землеробство, наш репортаж с Климовицкой глыбинки. Год тому Сергей Любинский взял 380 гектаров земли, а увесну посеял пшеницу и овес. Первый урожай мой и в этом году. Хороший урожай? Ну, неплохой. Гэты комбайн – приклад супрацовніцтва фермера с мясцовой уладой и сельскими господарками. Технику дали в аренду, каб собрать урожай и рухаться далей. Общаюсь очень много и с председателями, и с агрономами, и набираюсь потихоньку опыт. Ну, и в интернете книжки читаем. Сергей спадзяецца развіваць малочную жывёлагадоўлю. Статак пакуль на полі, а гэтым часам ідзе рамонт памяшканняў. Фермеру, калі шчыра, дасталіся руіны двух будынкаў. Адзін з іх да канца года павінен стаць зерні складам і іншай фермай. Разам з Сергеем у фермерскай гаспадарцы працуе яго сям'я. Але ёсць і наёмная рабочая. 6 працоўных месцаў і заробак. Гэта цэніць і мясцовая ўлада, і людзі. Нормальна. Зарплата нормальная. Работаць можна. Для развития господарки потребна техника. Фермер выдатковые для своей справы уласные грошовые сбережения. Але ён упэўнены, что вырастить самому и продать больше доходно и больше приемно, чем просто набыть и продать. Потому что я как занимался всю жизнь зерном, продавал по району, по деревням. У меня свой автомагазин есть. Почему бы не попробовать выращивать свое зерно? Аўтухоўка – самая сельская глыбінка. У вёсцы засталося толькі 4 жыхары, і барацьба з хмызняком накінутай зямлі – адна з праблем фермера, але вырашальная. Ён афармляе дакументы, каб узяць яшчэ болей зямлі, і яго прыватная справа стане часткай развіцця паўднёвага ўсходу Магілёўшчыны. Ілона Іванова, Мікалай Собалеў, навіны рэгіён.